юниорский на Ролан-Гаррос в паре вместе. Много кубков федерации. Есть что вспомнить. Сколько еще будут держать кроссы? Ракетки ломать не надо, ругаться с судьями тоже. Ай-яй-яй. Роберто старается играть в обороне, но и дергать свою соперницу. Она не выполняет удары в одном ритме. Постоянно что-то новенькое придумывает. Остановив сирену, которая шла к календарному большому шлему. В любом случае, всегда хочется большего, пока турнир не завершен. Даже второе место расстраивает. Понимаю, что мог быть первым, но... 300 тысяч долларов. Триумфатор – 1 600 000. Проигравший, ну, минус налоги. Пойнт. Но на этот раз, ну, буквально 1-2 раза за всю встречу она может им сыграть. А вот высокий удар под бэкхенд очень может быть неприятен. Что девушка играет в финале, играет в игрушку, борьба умов или что-нибудь такое. Аут, остановила сама этот розыгрыш. Кажется, что еще немножко нужно подождать для того, чтобы теннисистки вышли на новый уровень. Хотя вчера мы тоже ждали, что Сирена придет в себя. Но так и не пришла. Зато на пресс-конференции, если проиграли неожиданно, сразу приходите и потом покидать стадион уже минут через 10. Никакие физио, ничего уже не нужны. Никого лишь бы не видеть. Молодец. И очко проиграно. Вновь пошла вперед. Более успешно. На сей раз флай. Ну, наконец-то.
Мы помним, активно выигранные мячи было 6-0 в пользу Пинетты, сейчас 14-8. Мягко. Непредсказуемый. Ну, этих резаных ударов. Порой он летит под заднюю линию, иногда слишком коротко. Здесь еще одна подача Роберто Винчи. Нет. И? Очень важная встреча, быть может, самый важный матч вообще во всей жизни. Вы представляете, какой груз ответственности на плечах. А Флавия может и атаковать. Все умеет, но сегодня не показывает. Скрывает пока. Ничего. Мы говорили о том, что сегодня у Пинетты не так хорошо работает форхенд. Статистика нам это подтверждает. У Винчи 6 активно выигранных мячей справа, Пинетты только 3. И опять. Так, 0-1. И Винчи на подаче. Здесь добежит Пинетта. Намекают на облака. Не надо этих тонких намеков. Красота какая! Ах. Второй мяч. Молодец. Она подает. Они уже столько раз играли. Ух-ху-ху.